Добрый день. Давайте посмотрим, на чем же я зарабатываю на своем канале. Где-то с конца января я наконец набрал 1000 подписчиков. И с этого момента я зарабатываю по 1 доллару примерно в день. И сейчас мы находимся в моем как бы личном кабинете. Вот, сейчас 3 только февраля. Я уже заработал вот 5 долларов. Значит, что же, какие самые прибыльные видео? Как стирать пуховые подушки? Как самостоятельно измерить давление с помощью тонометра? Звук старого холодильника. Кто-то слушает, видимо, засыпает под него. И неожиданно мне приносит доход храп человека, да, то есть храп моей жены. Казалось бы, такая вредная штука и приносит вдруг неожиданно денежки. Вот. У меня был такой небольшой сериал из 3 серий о том, как починить микролифт своими руками. К сожалению, это были неудачные попытки, но тем не менее, несмотря на огромное количество дизлайков, они приносят доход. Ну, очень полезное видео по замене датчика давления Opel Corsa, неожиданно, да? Сейчас очень популярна СДЭК-доставка, и все смотрят, как я там получал свой заказ. Полезное видео о том, о свойствах матраса Харейет из IKEA. Вот также, ну, не особо получилось отмыть линолеум отъевшейся грязи в коридоре. Попытаюсь, наверное, плитку заменить, либо мне порекомендовали его покрасить. Вот, ну, вот видите, уже 3 видео из серии про шум. Вот шум улицы послушать. И полезное, как кипятком, можно прочистить засор в ванной. Ну, конечно, можно потратить 20 рублей на какое-нибудь средство. Есть бесплатная парковка в терминале D Шереметьево. И тривиальное видео, как мыть пол тряпкой, то есть, грубо говоря, использовать ногу вместо швабры. Вот, ну и остальные видео поменьше, конечно, уже. Тоже, ну, то есть в них показываются рекламные ролики. Давайте посмотрим, что же в них показывается. Тип объявления. Объявление заставки 50%, 38% объявления с возможностью пропуска, какие-то медийные объявления. То есть на все эти объявления идут аукционы. Вот. Ну, в принципе, такая статистика. То есть я буду стабильно зарабатывать примерно там 30 долларов в месяц. То есть это по нынешнему курсу там свыше 1800 рублей. Но выводить эти деньги можно будет, когда я наберу только 100 долларов. То есть где-то через 3 месяца. Вот, ну, я надеюсь, число моих подписчиков будет расти, но на самом деле моя аудитория, она растет, вот, просмотры растут, какой-то показатель CTR, среднее время просмотра 1,5 минуты, вот какая-то, то есть в основном меня смотрят, находя мои видео в поисковых системах. Кстати, вот Google почему-то опередил Яндекс. Так, ну вот такая вот информация. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пишите. Постараюсь, может быть, чем-то вам помочь.